Здравствуйте, друзья! С вами вновь Лариса Левинская. И сегодня я вам хочу рассказать, как можно создавать эффективные короткие видеоролики по готовым шаблонам, или вы сами можете создать этот шаблон для социальных сетей при помощи такого ресурса, как Super Dashboard. Я надеюсь, вы полюбите этот ресурс. Итак, я загрузила эту замечательную уточку dashboard.super.ru и выбираю создать видео. Давайте попробуем на основе шаблона. И нам предлагают целую кучу разных шаблонов. Поскольку я хочу сделать небольшой рекламный ролик по теме косметики, соответственно, выбираю косметику. Можно поменять название первого слайда. Давайте мы выбираем справа вверху на первом слайде «Изменить». Я уже заранее подготовила фотографии для этого с видео. Выбираю «Загрузить с компьютера». Выбираю, давайте допустим, вот эту фотографию. И мой вам совет для того, чтобы быстро, оперативно работать в этом приложении, делайте картинки формата кадров на YouTube-канале 1280 на 720. Я растянула по формату, выбираю «Выбрать». Можно текст, конечно, поменять. Шрифт я бы, конечно, поменяла. И цвет я бы сделала не черный, к примеру, вот такой. Ну и шрифт, соответственно, тоже попробуем поменять. Давайте вот так. Первым кадром мы разобрались. Точно по такому же принципу поменяем второй кадр. Так, все слайды я подготовила. У меня их будет немного, всего 5 штук. Мне этого будет достаточно. И текст я тоже создала. Можно добавить большее количество слайдов. Выбираю «Сохранить». И выбираю «Скачать видео». Подтверждаю, что я не робот. Выбираю «Сгенерировать видео». Выбираю «Скачать видео». Сохраняю на свой жесткий диск. Выбираю «Сохранить». Пошла загрузка. Объем сравнительно небольшой. 2,6 мегабайта, и радует, что это формат MP4, то есть более легкий не AVI формат. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну, я думаю, неплохо для первого раза. И смотреться это будет довольно привлекательно в социальных сетях, я так предполагаю. Предлагаю загрузить это видео в социальной сети ВКонтакте, в группе по продукту. Точнее, в паблике по продукту. Перехожу в свой паблик. Выбираю видео, выбираю добавить видео, выбрать файл, выбираю этот файл, выбираю открыть. ВКонтакте мне сообщает, что видео загружено. Заполните описание. Скажу, что, конечно, загрузка идет намного дольше, чем, например, при загрузке видео на YouTube. Ну, тут уж выбираете. Либо вы загружаете напрямую на YouTube, потом добавляете в соцсети ссылку, через ссылку, либо сразу напрямую в социальной сети. Ну, я заменила обложку, выбираю. Опубликовывать на своей странице я не буду, потому что сейчас ВКонтакте очень суров. Рекламу размещать на личной странице не советую. Выбираю просто «Готово». Обработан, доступен для просмотра. Давайте посмотрим, что у нас получается. Перехожу в свою группу, выбираю видео. И так это будет смотреться. Я надеюсь, что сегодняшнее было видео для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Лариса Левинская. До скорой встречи!